Двое минус. Во, вот туда нам надо. Не залутанный. Кто убивал с чего? ЧВК. Нахер? Ты нанес, слушай, красный сидел. Да. Блины? Не наши? Нет. С СКС-ки убил. Он у меня где-то по центру. Я в ЛГшке, а он где-то у меня на той стороне АГС-ки. Угу. Сейчас грену дам где-то. Меня прокидывает. Убил. Бля. В упоре прям сидел. Так я не увидел, где он был даже. Он прям в упоре у меня сидел, оказывается, а не там, где гранат. Ну понятно, значит, этот на него наступил, этот его убил. Как бы, да, всё. Да, да. Может еще и сейчас я живот захилю. Я АГС пошел зачищать. А вот еще один у трактора лежит. Со 103-го убили. Трасти какой-то. Есть такой? Трасти. Трасти, что-то нет. Там. Вот, вот, значит, 103-й я и слышала, нет. Сейчас значит, где-то сидит. Может быть, трасти мой как раз. Стой. Да. Я с центра зайду. Право. БК за Т у меня. По мне. Вот он. Бил меня, блин. Ну, ай, блин. А. Бил? Да. Здрасте. Бил двоих. Понял. Слушай, а кто стрелял без неглушённый еще? Противник. Я в тёмке. Я понял. Бегает. С дальней стороны. Прочекивать надо выход. Да. Нету? Открыт выход. Спрыгиваю с улицы к выходу. Он до сих пор уже открыт. Ливнул, да? Походу, да. Понятно. Сороковой уровень. Чел, фулка, с ником мыша. Какие вопросы еще у вас имеются? А где тебя он убил? Снаружи. Окей. Лутаю, типа могу сдохнуть от железки. Патроны очень высоко улетали сейчас. Над головой у него все настрелял. Тихо, конечно, никого не нашел. Твоих нашел, убил. На старый. А я на холм упал. Я отдыхаю. Убил этого агрессора. Сколебал он меня прятаться, блин. Десантируюсь. Прыгает. Блять, нет, он в комнате в этой. В комнате для десанта. Убил. В комнате для десанта, блять, что я сказал? Отдыхает, чел. Почему дым черным горит? Ну это
как? Он обычно такой дым ночью, а тут, не знаю, они что-то наделали. Серьезно? Дым... Да. Я первый раз такое вижу. Не-не-не, давно такое. А, вот я ближе подошел, он стал зеленым, а издалека это он черный. Это давно такое, когда серая погода, он издали черный, да. Охренеть. Ну, обычно такое ночью было. Только. Я подумал, кто-то нет. Дымовую шашку на крышу закинул. Серую погоду тоже стрелял такой. По мне! Чевок. Найдем. Убил. Был, как будто он крякнул, короче, от гранатами тут задел. Посмотрю. Где они? Внутри же? Да, слева, на втором. Пошла бомбарда. Я внутри. Я с заднего хода пошел заходить. Хилится тут где-то сидит. Поднимаюсь по лестнице, короче. Ты зашел же на этаж? Да. Двое минус. Бля, ты сюда что ли зашел, моя царян? Я с другой стороны пошел. Думал, ты что-то ты в этот пошел, блин. Не, я же здесь с этой стороны специально поднял. Зачем ты подсматривал на меня из-за угла? Шел за сумкой, бля, собирать. Реально вся карта лежит. Разошелся, да не говори, бля. Ну просто же как нож зашел в масло, блин, ну. Просто идеально, ты зашел, бжит. Побрил сразу типов, быстренько. Там еще на ступеньках вроде лежали какие-то молодые люди. Сейчас посмотрим, проверим. Вот, разница 1 секунда. То есть по убийству секунду было. 9-я секунда типу. Через секунду этому, через секунду Мэту просто. Просто тын-тын-тын. 3 секунды, 3 убийства, блин. Эх. Что за мощь? У нас второй мощь. В углу, да, где-то. Ага, вижу. За мусором к туалету бежит, к туалетам. Прям уже очень быстро бежит. Да, вижу. Хоть там шустрый, блин, машинист был. Что, он стрелял? Да нет, чевок. Я из-под аренды буду выходить. Я уже тут вышел. Он забежал на зигзаг в контейнеры. Блин, не пойду. Бил? Нет. Бил. Я в контейнерах. Хорошо. Походу по ним. Двоих убил, одного там, одного здесь. Так, вот. Ну, видимо, все. А, мы же там еще одного убивали. То есть осталось человек 4. Ты ж мясницкий убивал Голожопова еще. Да, я тоже его понял.
Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.